Что там у тебя? Зашел. Нормально все, не лагает? Не могу пройти. Колют. Давай, что тогда? Мы исходим. Ну, что ты там стоишь под клеймом фанатик? Как сбить? НК, 2 секунды. Раздали контроль. Мирай, контролите максимально. Сейчас поубивает всех. Серый, дай Б. Моп усилился, отойди, Дима. Ребафните шумами. Ребафните кунку, сейчас опять умрет. МК, раздали контролы быстрее. Законтрольте одного шамана, чтобы они оба геру не дали. Максимально. Пиздец. Чувак, падайте. Это пиздец какой-то, я не знаю, нахуй. Это просто пиздец, нахуй. Вы каждым пулом все больше и больше дичь творите. Вы не нажимаете на кнопки, вам похую. Ебаное пиво, Риан пиво, блядь. Там моб усилился, и он захуярил. Идите, вы уже все. Блядь, не, объятия вампира и все, вот хил, который был, все, жизнь земли отрыв. Не заходите, он пока. Можете заходить. Минус 3 СС. Ну я хуй его знаю. Ну, типа, духов одного ведь. Но на первой фазе это уже полный пиздец. Вставайте, хули вы лежите. Масло пересмотрите. Возможно, у кого-то заканчивается. Рычина мафу. Алканфел, Адель. Давай еще. Лужи вышли. МК 2 секунды. МК, раздали контроль. Почти. Да, это я. Спок. Каст. Да.
МК 2 секунды. Каст. Раздали контроль быстрее. 2 хила и ланч. Не убейте королеву, кто это вот так хуярит больно? ПК. Ферлар, блять. Мы уже вышли. МК 2 секунды. МК. Раздали контроль. Стопнули в босса, никто не бьет. Под крышу все сыграли. Из лужи выйдите. Ну, блядь, сейчас подохнуть. Хули вы, блядь, по третика ловите, сука, нахуй. Уебаны, блядь, опять сдох, нахуй. Ну, лух, БР быстрее. Дремич на пол, босса забирай. Сука, блядь, инвалиды, нахуй. Геру. Фонарь сокру. В милизоне, блядь. Кто там? Алтанфел, нахуй. Бах, блядь. Геру не дали. Шедо, две геры в КД. Духи, контрол раздали. Мелизон один бежит. Второй тоже около мелизона. На пол фонаря. Духи, аккуратно. Звезда. Войт, дай БР. Духи, аккуратно. Один звезду, другой тоже около звезды. Дермич из баунт. Рибахнули друида. Духи. Spirits. Около та, около босса один. Раздали контролы. Три милишника. Не убейте Алконфела. Алконфел сам сейчас убьет кошку. Дух, аккуратно, в полумесяц. Ханты сбросьте. Дух, один в полумесяц, а другой в квадрате. Один бежит в крест, другой под босса. Духи, один в полумесяц, а другой... Хуй его знает где. Крест. А, два около полумесяца сейчас. Дух, один в звезде, другой... Крест. Мелизона под босса бежит. Другой тоже в мелизону под босса. Контрольте. Глюс окру срочно. Духи новые. Один в полумесяце, другой в кресте. Прямо в кресте в миле бежит. Поднимите рейд по хп. Духи новые. Один в полумесяце, другой в звезде. Один под босса бежит, другой тоже в сторону босса. Эма на лед дай. Духи новые. Один под боссом, другой в звезде. Один квадрат побежал, другой звезду. Бланк сбрось. Так, духи новые. Один в звезде, другой в квадрате. Контрол раздайте, кто-то там хуярит. Массак раздал. Аккуратно, один в полумесяце, другой... Не знаю где. Прошел рейд. Да, кто-то взорвал. Полумесяц и везде аккуратно. На пол фонаря. Дух новая. Один в звезде, другой в кресте. В кресте бежит и в квадрат бежит. Дермич из баунд. Полумесяц один. Раздали контролы быстрее, законтрольте. Один в полумесяце, один в кресте. Два, короче, около полумесяца и креста. Два в полумесяц бегут. Диспел. Духи новые, аккуратно. Один есть. Везде, другой в кресте, в мелизоне. Дремич из банки не давал. Звезду. Один в полумесяц, другой в мелизоне там бежит. Undertouch Malt. Один в полумесяц, другой в кресте. Отбежали. Глю, дай сокру. КД 3 секунды.
Раздали контролы быстрее. Давай сразу сокру. Spirits. Духи аккуратно в квадрате. И в кресте один. Spirits. Духи новые. Блять, не вижу где. Квадрат мили идет. Кресте еще один. Один, блять, около. Угу. Один в квадрат бежит, другой в крест. Блядь. Аккуратно, кого-то там. На пол фонаря. Страшно. Дай сокру фонарь. Дал. С полумесяца аккуратно отошли. Дух. Второй не вижу где. Крест идет. Spirits. Духи новые, один пол. Два в полумесяца, отошли от полумесяца. Один за мной бежит. Spirits. Так, духи новые. Один под боссом прямо появился, и в босса бежит. Другой в квадрате, кто-то там стоит АФК. Spirits. Так, духи новые. В печеньке оба. Один в квадрат побежал, другой тоже в квадрат. Духи новые. В полумесяц аккуратно отошли. Второй не вижу где. Дермич из баунд. Один в полумесяц бежит. Другой не вижу. Мирая прохил. Да, возлушка. Духи новые. Блять, этот глю сокру быстрее. Это... Дай мана лед. Прямо сейчас нажми подкаст. Spirits. Один в квадрате, другой в звезду бежит. Со звезды в полумесяц. И туда в миликов бежит один. Spirits. Прохил, прохил. Духи новые. Раздали контролы. Один, блять, в милизону бежит. Аккуратно. Можете в босса? А Гера когда? Нет, рано, стоп, тихо. Один в звезде. Один в квадрате в мили идет. Другой в мили, в мили, в мили отошли. Дай сокру, кого там есть. Сдал. В звезде. Все, серый кайте, всем да. Босса, поехали, Геру, давай. Дай меня прохильте, бля, я пустую. Прохил чуваку, дай ему каплю. Все в босса сыграли, милики. До единого, быстрее нахуй. Все под боссом появился и в кресте аккуратно отошли. Так, новые духи. Новые духи. Под боссом аккуратно один. Даю массакру. Милизону идет. Квакозябра реслина законтролили. Духи новые. Под боссом опять два штуки. Аккуратно. Все, просто запинали нахуй. Запинали, запили похуй на духов. Хуярьте босса просто. Упала. Сучара. Тварь ебаная. Говно ебаная. Сука. Так, ребята, что получается? Ваку всему проблема был? Реально. Так, подождите, я лут поставлю, я сейчас подумаю, как он поставит. 10к я по каждому? Я просто не знал. Какую 10? 5к я по каждому. Я, кстати, говорил 5к я по. Да, 5к. Там армсвара какого-то не видно, нахуй, чё в том. Я был 4 раза подряд в МКС. Да, иди там кад. Сука. 4 раза подряд. Так, ладно, я первый посох не буду собирать в любом случае. Я так подумал. Пискомер, пожалуйста. Чё, я не буду дорожить. Вам собирать что, нужно Джайна убить? Нет, да. Ну, там осколки, Джайна. Я, короче, у меня вот такой выбор. Адель, Кринж Кинг, Поли Шит. Это из тех, кому я хочу первый собирать. Ну, а второй Войд, да, по-любому? Чувствую. Все три кандидата достойные. А Кинг, сова? Пожалуйста, блядь. А как же сова? Так что, чтобы было по-честному ролить втроем. Успеешь, Войд. Пока что я хочу из этих там людей. Они постоянно РД посещают. Ну, все понятно. Повезете. Не, я ничего не говорю, я просто прикалываюсь. Я понимаю, что ДПС у них больше. А ты кинул урол? А. ГЦ? А за уджидотку я кинул, хорошо. ГЦ. Так, лут сразу, поехали. Плечи, надо тебе этот Алконфел? Стал. Бля, а может на следующий день продлевать будем?
Нет, ну, кстати, хорошая идея, он сказал. Ну, у нас еще, у нас еще боюсь, завтра. Боюсь, я вскрою на леди наоборот. Нет, лутаться надо, на самом деле. Что, что вы тут залутаете, блядь? 50 ДПС? Ну, наручи, например, хорошая, мне нравится. Ты что, планируешь что залутать, там из квартальных боссов Синдралич осталось, успокойся. Надо их закрыть хотя бы, не? Ну, клинчкинг забрала, что ли? Подожди, колючая, я лут распределю, потом с тобой разберусь. У меня запов нету хороших. Я хочу запы тоже, блядь. Да? Никана. Ну, бери, ты бери, похуй. У меня просто 45-й, я думал. За один голд забрал, ебать надо. Я СРС-ки хочу хотя бы. Давай. Как же я в соло выиграл эту леди. Пацаны, у меня такая просьба. Вот сейчас у нас полтора часа примерно, да, до конца РТС. Давайте, блядь, 6 боссов ебанем, блядь. Ну идем. Сейчас идем дальше. А, дальше вот эти попал. Вот эти никому не надо, говненные. С МП5 крит. Это параша. На распыл, нахуй. Ой, были бы не кожаные, тебе бы сплавил. Пошли, пошли дальше ебашить кораблики. Сейчас сурок, Гер, вы чё? Леди осилил, блядь. 9 минут назад Синдру убили. Кто что Синдру? Да, Экзо. Синдру Лича убили? Не, Лича не убили Синдру. Сколько там? А сколько у Синдры хп? У него там было 160 с хуем или 170 изначально. Ну вот и гоночки, конец. Юля, у тебя есть инчат? Слушай, молодец. Еще мы такие на кораблях застряли. Ну, Кунка хочет КД продлить. Кунка, хочешь еще КД продлить? Хочу. Ну, бля, ну, типа, бля, вы не потянете, леди. Давайте честно. Вы на самом деле не потянете, леди. Да убьем, а ну, блядь. Не стоит. Да человек, ты геморрой. 140 траев сидят, делают. Да нахер это надо, сидеть сутками там на хуйне. Забрали, сколько у нас траев в общем ушло на леди? 70 просто... или 80 где-то. Где-то, ну, 90, нормально. Мне кажется. Да, около 90, да. Нормально. Ну, поменьше, вот, чем видите? У них, на. А другие гильдии за 200. Типа они убили там 2 недели назад. А там сотка была. Ну, вы не сравниваете с экзальтами. Типа мы третьи вроде леди убили, да? Да, вообще нет смысла сравнивать. Вообще похуй, кто там как убил. Да, вот, нет. Вот, вот правильно он говорит, я вообще поебать. Tomorrow Sunday, Tomorrow Sunday, Tomorrow Sunday. Будьте с собой довольны, так все равно далеко не каждый может. Ладно, мы не только лишь по тактике Энза, ёпта, им надо спасибо написать. Чё? Да что тактика Энза? Сейчас кряпанные ШП, естественно, типа они будут ебашить. Чел думает, что... Блять, я уже писал. Ты придумал. Ты такой кринишь, блять. Это реально пиздец. Ну, гений, получается. На... Все дауны, ну, он гений, блядь. Это точно. Ладно, все, закрыли тему. Все, ребят, похуй, что они там думают и поебать. Еще раз вам повторю. Похуй вообще, наверное, все. Думайте конкретно о гильдии и о себе, нахуй. Какой же пиздатый. Так, пушки желающие, что у нас там? Углю нет, будешь танка хилить. Кунг, дай я тебя отсосу. Барбарос, Ринжкинг, Бланш и еще один человек пушка. Сейчас еще 10 секунд. Вот я лет 10 играю, чуть больше, возможно, Лича. Вот я леди убивала, я не знаю, сколько раз за эти годы, но я так никогда не радовалась, отвечаю. Так, ребята, одна просьба, сразу говорю. Кто не помнит, в Гере, блядь, на кораблях, блядь, вот это очертание желтенького круга, которое пускают эти ебаные оружейники на том корабле, оно, блядь, скидывает нахуй с корабля, если что. Так что выходите с этой хуйни, пожалуйста, и не ловите. Во-первых, она много бьет, блядь, а во-вторых, скидывает. Там работает так, вот смотрите, очертание круга, если вы в центре стоите, то вас рандомно либо назад, либо вперед откинет. Если вы чуть-чуть спереди вот так стоите, то вас выкинет за борт, нахуй. Ну, примерно. Это я вам объясняю. Остальное все то же самое, как в обычке. Вот единственное, этот один нюанс. Дермич на том корабле, фонари здесь. Ранцы все оденьте. Поехали. Смотрите, прохиливайте, будет больно, может лететь, я хуй его знаю. Интересно, сколько они кораблем хп нарисовали? Невозможно хп нарисовать. Синдра 120 лямов было, кстати. Максимум. Смотрите. На что, мне кажется, у них фантазии хватит. Нет, да на маги похуй. Мне кажется, кораблям самим нарисовали.
типа, как раз таки это не имеет смысла, там с пушки же одинаковый урон. У маты, наверное, скорее всего, дохуище хп будет сейчас. Смотрите, как сова спит, смотрите, я на голове сплю, нахуй. Потирал. На клюве. Кто сейчас провиснет? Блять, сколько нервов, блять, за этой леди нахуй потратилось, пизду нахуй. Да все, какая победа. Выдохнуть можно на этом КД. Воскресенье ебало. А не, нормально, 20. Сказал КП столько же, 2500. Нормально. Сейчас умножу, посмотрим, сколько будет. Отходи, отходите, главное, от этой хуйни, не лутайте урон. Вот, видите, вот эти лужинки ебаные, с них выходите, не лутайте. Это ракета еще летят? Да? Ну, РДД, не бойтесь, бейте трэш, ну, просто отходите вот с этих ракет, которые... Там же очертания. Все проще, блядь, проще умнолить. Они боятся уже. Все, дермич, полетели. Сейчас маг уходит. По магу сразу, потом вооружинником сыграем. Все, в мага сыграли. Чё-то не понял. Ну, у мага 2 ляма, я же сказал, на 1 800 000. Это хуйня. Корабли они, короче. Да не хуйня. В обычке у него 200 тысяч всего. Ну, в десятке, по-моему, в 25-ке. Смотри, он слетел за полсекунды. Под бустами, типа, я не бил, например, до этого ничего. Ну будем улетать или улетаем? Не, не надо улетать. Два мага тоже. Вот в Герри он очень быстро ставки добирает. Вот. Главное Мурадина не бить. Нормально, три мага переживем. Хилить просто дермича и все. Как на коте играть. Бля, там под боссом с двумя лучками уже хуесос стоит. Надо убить его, а то он за... Сейчас на сурке вспомнишь, помогу, поехали. Главное оружейников убивайте, которые дальние вот эти ракеты пускают. На этих оружейников похуй, там хилы пускай прохиливают. Главное дальних, которые пускают ракеты. Еще одного мага жнем, сколько там стаков? 27. А нихуя он так же, как в обычке стак. Не, чуть быстрее. Больно бьет. Ладно, еще одного мага убьем и скинем, наверное. Не будем рисковать. Сыграем с Львова еще. Вайпов на кораблях не хватало. Не полного профа счастья. Надо сегодня убить, получается. Не, профа мы пойдем за. Я не удивлюсь, если проф будет легче, блять, чем леди это ебано. Бля, профайл, честно, хочу похилить на друиде. Типа больше, чем на ханте. Да, сначала нужно гневого прохилить. На профа я максимум одного ханта возьму. Остальные нахуй мне там не нужны. Бесполезный классный профайл. Убиваем оружейников и свалим оттуда. Оружейников убиваем и свалим, которые дали. Я бы не сказал, что они бесполезные, типа. Я уже тебе говорил почему. Все, улетаем, дермич, улетай. Кто не успел, тот опознал. Я в любом случае на рестре хочу пойти, мне интересно похилить там. Там сложно должно быть. Так, сейчас так и скинется и полетим обратно. Ждем пока, ждем. До 5 еще секунд. Все, дармич, полетели, вперед. 4, 3, 2, 1. Еще 3 мага и потом должны добить по идее. Ебать духов от шипа. Бля, такая... Не знаю, смех смехом, но... Все стороны летят, там каждый свою цель бьет. Пизда кверху. Слышь, меха. Ты Серёж? Я говорю, сколько помню, у нас вот на X2, на экстриме игра, мы профа всегда... Охерен, у всех были проблемы, мы всегда его убивали прям по кайфу. Ну там несколько... Ну, здесь серые люди очень сильно поменялись. Есть получше люди, есть похуже. Блять, я не знаю, я сейчас сталкиваюсь с тем, что мне не хватает людей под замену. Ну, правда, мы... упал народ куда-то. Правда, мы и леди убивали тоже быстро, а сейчас что-то... Типа просто, блять, если бы у меня было... Ну, были люди на кусон, мы бы леди давно бы уже убили. Я бы подобрал рейд, ну, типа, две совы было бы нахуй. Я думаю, вообще, как леди мы убили, народ потянется сто пудов. 80 траев на леди, из них минус 10 траев это Мира и косой косил нахуй. Ну да, табуретку, натяните на 4 ножки. Я, кстати, помню Мира и нахуй там, сколько, минус 9 косой въебал, один траев был. Вчера вроде бы. Меня сегодня на 25 Мира въебал. Там, я помню,
Я помню, около 9 человек упало. Или 7, или 9, что-то такое. Ну, дохуя, человек просто на ебаный. Но нет, это всего лишь жалкая пародия. Сегодня, сегодня умерло что-то там 4 или 5, немного. А вчера прям там полрейда ебать просто одной тусой. Спасибо. Мой еще хилов убил в 4-й пати и еще... Еще вопрос. А, блядь, сейчас, подожди-ка, Люд. Я ебу, я не знаю, есть тут берса или нет. Похуй, хитить дермича, не будем уходить. Не будем, не будем уходить с корабля, остаемся тут, хуярьте все, похуй. Этот, Калют, я тебя вчера за целка не начислил, из-за ТТК, да? Правильно? Я начислял вроде как бы. Только не помню, Калют. Я сейчас посмотрю, я кому-то начислял. Ну посмотри. Лапу, и еще троим. Милфханту, Масси и кому-то еще третьему я начислял фул ЕП за то, что он был, вышел. Этот, Алтанфил, начисли тогда эти Калюту 1800 получается. 1400 ссылка вчерашние и 400 за ссылка. Сейчас. Корабли тоже 5000 ЕП? Нет. Корабли 200 ЕП нахуй, или сколько это на ЦКХ? А ты вчерашние типа за принятие КД начисляешь или что? Нет, они были, их просто меняли там в силу разных причин. Калют 1800 есть. Ну, осколок выпал еще один. Так. Какой там шмот? Мешок есть? Говно, нет. Мешок лучше. На ханта наручи бисовый чисто. О, нихуя себе, давай сюда. Ой, паролем, то есть. Ты чё? Войт, на тебя ступни упал. Ебать. Ну, у меня крит-хас. Можно попету баф? Ну да, в принципе, можно взять. А у меня возникает вопрос, кто-то вообще ей поснимал нахуй за леди шмот? Сейчас, секунду, я посмотрю, сколько там ЕП у меня хоть. 2000 мне, 10 Алконфил. Снимите. Давай 10. По 500, Левхан, следующую 2К и дальше по 500. Блять, ребята, давайте веселее, хотя бы по 500 ставку увеличивайте. Окей. С этим шмотом. Охуели. Да, 500. О, сейчас будет биг дэмэдж. А после атака дали? Без ЕП? Угу. Да, там 3500 типа. Холиш заберет через месяц, когда мы в следующий раз леди убьем. Босса скидываешь скилды подойти? Оптимист. Да не, босс. Сколько там? 3500. 3500, я сниму себе. Окей. Перчатки такие упали еще. Ну, только если магу, я так понимаю, если с ТТГ нет. Адель, если чё, продаю саранит. 10к. Одна штучка. А, Адель, кстати, блядь, у тебя 25 ДСов есть? Наскребёшь там? Да, насобираем, да. Спиздили посох, сука. Не, ну, блядь, я вам перечислил. Три человека, которые постоянно в РТ ходят и... Ну, типа, я. Они в любом случае будут собирать. А я? Кого? У кого есть три готовых камня на РПБ? За 6 тысяч куплю прямо сейчас. 6 тысяч. Там как бы сердок 2500 стоит. Не-не-не, два камня типа на РПБ готовы. Так. Ну ладно, пульнем так, сейчас посмотрим, сколько там ХП, блять, я хуй его знает. Есть 300 лямов. 500 лямов. 300 лямов, серьезно? 10 тысяч. Миллиард. А, 180 лямов, все, поебать тогда. Кунка, я уже петушок. Давайте вообще на полыбах. Рыбу я поставил. На мой петушок. На пул дермича все. Же, сейчас у него 180, а до нерфов сколько у него тогда осталось хп, интересно? Не, не надо тебе алконхилл свечиться в мобов, ты же мутик. Я тогда можно во вторую пати закинуть, чтоб я там петуха дал. Йоу. Фигдемидж. Yes. Есть у кого один арктический мой фарм? А, у Кунки есть петух, да? В банке есть. В первом пати... Не, давай я тебе дам. У меня есть петух. Всё, окей. Бля, я в глаза вообще не вижу, короче. Обновите фаски, масло кончилось. И убежал. Я тебе дал троиц. Давайте еще раз, ребят, торчи на пул и пап, блядь. Ну чё мы на сурке сейчас еще будем стоять, знать? Всяко, шесть них нет. Ну, сейчас блядь, хочется убить сегодня хотя бы, да, тухлого гнилого. Полторы минуты подготовка. Ну ладно, еще. Завтра я хочу потравить кого-то вот и квартального. Там профлайн и чего-нибудь такое. На синдру уже нет смысла идти.
Я думал на синдру пойти. Проебали нахуй. Но его уже убили. Топ. Все, я запустил. Нехватка людей сказалась на этом. 122 просто... ляма. Что-то что это за хуй? А что это за хуйня? В обычке, у него в обычке больше хп было, лол нахуй. Что это в обычке у него было, блядь? Что за моб, да? Что-то было 126 лямов, они за 2 секунды версу убивают. Там что-то около 130 в обычке было, блядь. 127. Хватит базарить, бейте, пока есть хп у него маленькое. Сравните квесты, блядь, на мобанова. Чисто кабанчик из Дуратара, блядь. Так, тут же у нас... Таймер нет, сколько до босса? 35 секунд. Ёбаный стык. Чё, блядь, он конспел? У меня так же пишет, если шо. Петушок запел, мы готовы. О, да. Ладно, можно бутылочку пивка, в принципе, открыть. После сорка. И там говорят, мобы сейчас нахуй раздерут очковым. Кого? Мобы очко раздерут вам, может, возможно, говорят. Кто? Мобы? Окей, хорошо. 5 секунд до пола, приготовьтесь. На пол реслин. Ой, дермича все. Дермича все. Блять, лаги. Блан, пиздец. А почему ты в меня встал, я не понимаю. Он тебя любит. Он без тебя не может. Хочешь, я тебя тоже стану войт? Потеем, потеем. Где мой трэш, сука? А, Кунка может вставить. О, я вставлю сейчас в трэш. Хоть кого-то Кунка может вставить. Над детьми не смеются, Кирилл. Да, кстати, особенно надо... Блядь, да и пиздец, что за лаги? Я ебал нахуй, вообще пить не могу. Вы что, ебанулись нахуй? Ой, клифт-то хорошо пошел. Пиздец, ебучий ЦЛКХМ, ненавижу нахуй. Переделали какой-то хуйни, блядь, лагает нахуй, это, блядь, на каждом боссе, блядь. Ой, это что такое? Чё? Теперь нам эти ады в спину бьют. Да ничего. Ну-ка сейчас развалим. Там метки не забывайте прохиливать на экзекутке. Я думаю, будет пробивать плюс-минус. Пать, хоть один босс, на котором можно бурсты адекватно нажать. На ханте, блять. А, у меня фрейм багнулся. Хватает босса, если бурсты можно нажимать. Просто это надо... Жизнь, блядь, преп откатится, я в ахуй. Просто ты их не по КД даешь, а смотришь, но когда там лучше. Просто КД большое, и типа босс это хуйня, их они разъебываются все. Не, какая-то хуйня, блядь. Подожди, стоп, а чё так мало, блядь? Я не понял, у нас 3,5 минуты до Берсина. Блядь, вы понёмся, наверное. Да вы ёбались. 70 миллионов, что-то хуя дальше. Крепочек. Вот вам, блядь, крепочек. Не дамажите ни хуя, ребят. Там опа выйдется. Да. А, ну, в принципе, все. Там 6 минут, что ли, таймер был до Берсе, чуть не помню. Ну, 6 минут таймер до Берсе, блядь. Было ж 8 вроде. Ну, таймер уменьшил. Да, все нормально, би-би-би. Да, 6 минут таймер у него, блядь, вместо 8 нахуй. Теперь понятно, почему 3 минуты, блядь. Сейчас экзекутка будет, пошустрее пойдет. Нет.
Да не, успеваем нормально. Я думал, это, блядь, 8 минут таймер, потом посмотрел на КД Геры, блядь, и понял, что у него 6 минут берста изменена. Ну, с 8 до 6. Точно, это ж в Хэме отличие его главное. У него таймер берсты, блядь, меньше. Я уже забыл просто. Давно в Хэме не было. Там же ХП столько же, плюс-минус, но на обычной величке. Блю, давай к нам сюда, пожалуйста, чтобы мы это встроили. Просто таймер берсы уменьшен. И урон чуть больше. Блин, я уже устал нажимать кнопки, если честно. Зато ворс. Да ладно, мы его не так долго бьем. Мы его бьем 5 минут, считай. Еще не меньше даже 5. Вот он празднует. Секундка пошла, там активнее, блядь, что мы реально сейчас под версу прям идем. Кунку надо бафать. На бафнуть так, что на 100 лямов ДПС в секунду дал. По мане что-то делаете? И массы вы в конце. По мане, алло. Слышно? У Юли мало, у Лю мало. Да все хорошо. В смысле, у меня половина, чё ты? Блядь, давайте, осталось 53 секунды до берстена. Поднажмите, блядь. А не, нормально, нормально, поднажмите столько. Активнее больше, думаю. 40. Ну за 15 секунд мы ему 5 лямов снесли, значит все четко. 30 секунд. Нормально успеваем. Если что, хилов ДД бы спектрами, как в обычном. Это петушки, нахуй, ну. Да, петушки соло. Я бы сдавать. И триничка вам, да? Бля, 19 900, почему не 20 ровно? Ты ж. О, тоски упали, кстати. Получается. Хороший. О, да, токен на ДК маг друида, блять, упал первый. Отказывайтесь. Это мне? ДС за нить. А подожди, а это что? Один токен. Да, один токен только падает. Остальное с обычки. Один герой, один обычный. Слава богу, хоть ДС распылить нельзя. Да. Ну отказывайтесь от всего лута, ну ДС отрезан. Открыто, кстати. Ну, обычные токены можете. Че, куда идем? Давайте... Так, вопрос, внимание. У меня 28.0, у Аделя первый. У кого есть выше ДПС? 27.800, 900. Нет, 28.100, у меня Адель, 27.400, холи щит. Все, тогда Адель или Кринж закиньте. Ага. А сколько у меня у тебя на 100 ДПС больше? Сколько там на 100, Андрей? У тебя. Вау. Совсем охуели эти шипы. Ну закиньте, закиньте у кого повыше, типа. Типа мы не поля. ДПС? Это ж САУЕ, там поля мы с хуем стрэш, да? Но нанесенный урон больше, скорее всего. Все равно, блядь. По полтора лет. Да, они босса там нахуярили на 2 мульта больше. Не, у них всего лишь 12% трэш. Подожди, а где Ондра, блять, вообще я чуть не вижу. Я там бафа. Мне легче было пойти в Альку сначала похилить, почилить еще раз. Изиут получить. Ну пошлите на Альку. Я лапаю просто. Да там уже танки типа дебуширят. Ну после этого пачкой пойдем на Вальку, чё. На, потом вернемся. Напуливайте меня. На 13-м месте, я в оху. Напуливайте фонаря. Это мало, да? Здесь. Ну, я думаю, побольше у тебя будет. Да я максимум. Так я и так на 12-м месте. Это когда не видели, а если на сколок падал? Да, упал сколок. А когда не видели, это как сколько у тебя уже? Да. Ну, сейчас, если герба начнем регулярно закрывать, то ты плюс-минус, я думаю, за КД2 полутаешь. Ну, если с Гера будет нормальный план. Нам бы еще на поток поставить Геру-то. Хотя бы до Лича. Ну ладно, до Синдры. Хотя бы. Лая, один день мы убиваем леди, а потом идем все дальше. Нахуй. Леди не самый страшный босс.
Ну, кстати, не скажи. Ну, это один из самых страшных. Нет, я к чему? К тому, что да, она не страшная была, но на Сирусе на X2, вот именно на Сирусе на X2, леди была жесткая в гере. Ее очень долго убивали. Пытались убить. Ну, я не спорю, на X2, но на X2 было главное отличие, нахуй. Там леди это проходной босс был, считай. Ты убиваешь леди, закрываешь 8 боссов. Пошлите на Вальку, нахуй, куда вы пошли? Валька? На Вальку, зачем? Да, Вальку. Ну, это... Потом вернемся на чек. Вова, не потеряй, я по чайник поставлю, минуту АФК. Чай? Водку надо пить, блядь, леди, сука, убили. Разбойник, ДК, маг, друин, блядь. Так, дайте я вспомню. На гнилом. Блять, на гнилом там прохил дохуя нужен будет от хилов. А я знаю, это пиздец там. Тухлый хуйня, главное, чтобы нам ДПС охватило. Пельмени только. Ладно, можно, в принципе, пивка. Собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Чего? Я вот там сам не понял. Гибриди, кстати. 271-го конфе. Будет туда. Напуливайте фонаря. Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок. Но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую смерть. Ладно, молодцы. Я доволен. Босс доволен? Да. Спасибо, сколько хозяин. Страданий, блядь. Спасибо. А можно пуливать меня, пожалуйста? Я сейчас буду злой. Причем, знаете, вот не самым сильным составом, положа руку на сердце и кому-то без обид, но типа есть игроки посильней. По которым сегодня нет. Я не понял. Не-не-не, ну допустим, тот же Best Priest, его не был, он хороший игрок. Мне кажется, больше Best Priest дал. Тут же Лева, я извиняюсь, я сейчас в ТТГ пойду, сможешь ваку отписать, если будет что? Я тебе на леди просто разъём устроил конкретный, на скеле чисто. Показал. Показательная была на леди. Показательная, блядь. Если бы я 4 МК подряд не словил, то там потерялся. Главное, босса хуячил, ну как-никак. Абузус. Я сейчас аддон скачаю, который на пулы отслеживает. Я не вино, что больше не пукается, чем 18, больше не пукается, сори. Не выкупивается ночь. Тупой фонарь, блядь. Не, именно прям КД отслеживать. Ой, блядь. И чтобы за яйца дергать. Я так и думал, что будет 18-19, даже там где-то на темен. Я же вроде 19-20 написал, ну что-то в этом роде. Не больше. Даже меньше оказалось. Да может ты слабый. Да, 100%. Мне такое ощущение, что я зря забивался в СПД поле пусти. Почему? А в чё ты хочешь забиться? У него не кнопок больше, чем у тебя вообще кнопок нажимаешь. Там, блин, теперь мана садится. Особенно леди там. Плюс, мне какого-то хрена обещанный оберег начал намного больше абсорбить. Ну и за СПД может. СПД за духом. У меня СПД стало меньше суммарного. А вот духа стало больше. В чё ты вбился? Я фулл дух вбился. Прям камни синие на дух? Абсолютно фулл. И чарки, ну это... куда я посмотрю на тебя? Не имеет смысла, по-моему. А там нет второго холипала. Ебай. А я типа могу зайти, но я уже десятки ощутил ее, я боюсь там. Ну типа ты по мане не садишься, да, с этими? Вообще не сажусь, и... Холи приз более-менее одетый, и так, по-моему, не садится. Не. Фулл СПД... Бланк, почему ты срываешь? Да, на полу. Да стойку, наверное, не поменял. Я злой. Да, стойку. У тебя все срывают, если, ну... А у тебя праведка не включена. Блин, извините, пожалуйста. Кончишь как дурак. Руслан, ты чё такой агрессивный, what the fuck? Блин, он злой. Он меня не любит, скорее всего, вот именно. Руслан, ты с Махачкалы, Дагестан, А вдруг не он, вдруг он башкир? Он казах. Ты заебал, Лэ? Фу, блять, это кринжово. Кринж кинг, нахуй. Я с Грозного, Блять, я никогда столько лезет и ебану не травил. Вообще целка, в принципе, столько никогда не травил. Только леча на освоении, блять. Я в принципе вообще был первым. Я на репе больше доволен был, когда мы убили, блять.
Нет, на экзамен, кстати, не полутаем, неделю траили. Не, еще лича можем. Кого? На экзамен, кстати, вышел. Я тебе вангую, пока мы к личу придем, блять, они уже Джайну нахуй убьют. Лич пропан. Не, ну если мы вдруг так быстренько оденемся. Да заебутся они Джайну убивать, Андрей, блять. Ну, я уверен, что ее тоже апнули. Блять, Джайны там босс, это пиздец нахуй. Да я в рот едам этот Джайн. У Джайны больше, чем у Лича хп будет. Там Джайна пиздец, блядь. Там люди, блядь, в Т5 нахуй сосут у этой Джайны, блядь. Ну, она сильная, да. Я ну, перед тем, как на X4 уйти, не давал. Не, ну, блядь, сейчас нерфа 4 я бил, будет, я если не больше. Она сильная, она сильная. Она, у нее хп я... мало, ее можно... Задушить уроном, но там просто урон очень большой. Фонарь, тебе надо... Будет, наверное, блок еще собирать. Кого? Я не буду блок. Делать блокера. Не я блокера, не буду... а блок. Стой, зачем? Для этих? Трэша, надо. У нас нет вара нормального там. Скоро будет, пацаны. Я не сделаю. Умею. Ну это на будущее, это не скоро, но просто на перспективу я тебя, блядь, а там вар без Т5 не потянет, мне кажется, ты чё? Ладно, нахуй вы копье убили. Надо босса надо ставить. Первую фазу там вар нужен. Рефлектит, да. Да, за счет рефлектит. Блять, вы кинете копье, Алена. Ты его убиваешь. Школа назад появится. Она трэшил вара, не знаю, мне кажется, трита вообще никуда не будет. А что там ДПС в руках, кстати, скинули? Чекнуть будет. Где этот ёбаный пищикомер? Сейчас бы найти его на... Ой, что это за мной? А где, блять, я не могу найти. Я тоже хочу 25 давать, как в Владе. Рейдовый ДПС теперь канал. Ребята. Наверху. А вот рейдовый ДПС переписали канал, все понял. А, на? А. Ты видишь? Да, дерьмича кинули, копьем убили. Да вы охуели, какие 28, блять? Вы чё там нахуй? Нет, ты меня не видишь? Ну, так на туре, я тоже так хочу, посмотри на мои 18, блядь. Летаю. 28. Что это такое вообще? Заскрин. Что это такое, блядь? Все, не хильте, пускай сдох. С новым детейлосом не смог вообще сейчас скинуть, там вообще никто не... Калют, я не знаю, что... Не хиль! Поинтересуйся у Адели, он там 21, 22 почти на Эле не дал. Сейчас он умрет. Может, ты я спас. Ресните меня? У него, конечно, получше, чем у тебя, дед Шаман, но там не настолько прям. О, Кунка реснул, все. Долгана, кстати, не... Можешь взять и Солстерман, у тебя и так есть. У тебя вторая трения фул говно. После рейда вон поинтересуйтесь, блядь. Ну, типа там же вон почекайте рейды ДПС своих классов. Если кто-то да. больше дает, поинтересуйтесь, что лучше там и так далее. А Мирея что делать, нахуй, скажи. Я думаю, вам не откажет. Никто в этом. Так, короче. План. Вижу траба, короче. Вон, это Мелхан-то вроде, да? Окей. А где рыба? А Реслин, спекнись хулипала. Похиль вместе с Мелхантом два хулипала. Вот спрашивал, есть хулипа второй, нет? Все, сука, молчали. Этот, точнее, вместе с Глю. Только смотрите, в Гере стаков дохуя не берите. После 20 обновляйте по одному стаку. Просто, ну, один в начале и другой под самый конец. Перед заземлением, потому что они бахают больно. Все, Глю и Реслин будет хилить босса. Не забывайте там частицу обновлять и так далее. Остальные все трошки. Фонарь слева, дремич справа. На крабика трусики поставил. А можно рыбу? Вот вам ориентир, звезда и где там Реслин. И полумесяц. Рыбу ставлю. Бля, у меня подвисает каждые 10 секунд игра, я релогнусь, наверное. Либо без меня начинается. Так кто говорит? Вакозяба. Вот у меня сейчас квиз, все стоит, я релогнусь-то. Эдик, ты где? Бегу. Дайте баф, пожалуйста. А тебе каски мои недостаточно, что ли?
Нет, мало. Я в шоке, я думал для тебя очень достаточно. Давайте ручки на полу. Дайте кулак, пожалуйста, 8 минут осталось. Паханту, дайте кулак. Все, пуляй. Пока, я бы пока нету. Да я знаю, он же говорил только что, что без него пойдем, похуй. А, он зашел, стоп. 77-й плащ не хочешь давать ему? Ну похуй, поехали.